Гречка с яичницей, рыбный пирог, также пирожок с капустой, салатик овощной, ну и компотик, чтобы запить все эти дела. Всем привет, друзья! Приступим. Пирожка с капустой. Желточек можно помакать. Вместо помазухи масло сливочное. Остатки. Давно гречку не хавал. Просто люксовая тема. Еще с вишенкой. Масло. Уже намазать. Лучше так съесть. Да ты что поделаешь, ё-моё.
желточек. Кстати, с маслом каша очень вкусная. Приступим к пирожку, к пирогу такому с горбушей. Плотный пирог такой. Опять жизнить начала, короче, но я таблетку дал, размешал с кормом, надеюсь, поможет. Обожаю пироги с горбушей. Нормально рыбы дают.
В общем, все, друзья, прием пищи был просто люксовый, просто на высоте, просто бомба, в общем, как всегда.